В настоящее время Департамент образования, культуры и спорта НАУ формирует программу «Земский учитель», которая будет направлена на поддержку и привлечение кадров для работы на селе. Как отметила руководитель окружного ведомства Лина Гущина, очень важно услышать мнение и предложение кадров, занятых на селе, ведь им эти проблемы знакомы как никому другому. Следующая поездка представителей департамента запланирована на восток округа. Она состоится ориентировочно в июле этого года.